Привет с футбола. Возьму на себя представление комментатора. Сейчас состав команды хозяев. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Команда гостей. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Жоао по линии. И у соперника теперь мяч. Накрывает игрок этот удар. А что арбитры? Нет, все-таки аут. Не будет углового. Привет с футбола. Возьму на себя представление комментатора. Сейчас состав команды хозяев. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Команда гостей. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Жоао по линии. И у соперника теперь мяч. Накрывает игрок этот удар. А что арбитры? Нет, все-таки аут. Не будет углового. Привет с футбола. Возьму на себя представление комментатора. Сейчас состав команды хозяев. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Команда гостей. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Жоао по линии. И у соперника теперь мяч. Накрывает игрок этот удар. А что арбитры? Нет, все-таки аут. Не будет углового. Привет с футбола. Возьму на себя представление комментатора. Сейчас состав команды хозяев. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Команда гостей. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Жоао по линии. И у соперника теперь мяч. Накрывает игрок этот удар. А что арбитры? Нет, все-таки аут. Не будет углового.
привет с футбола. Возьму на себя представление комментатора. Сейчас состав команды хозяев. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Команда гостей. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке.